В Уфе к столетию Мустая Карима презентовали книгу «Мустай», интервью которого никогда не было. Это уже второе издание. Первое вышло лишь небольшим тиражом в 300 подарочных экземплярах. Теперь книга станет доступна широкому кругу читателей. Стили и структуру повествования уже назвали необычными. Автор словно ведет с читателем неспешный философский диалог. Составители Алексей Фенин и Гульнара Белозерова выбрали те отрывки из прозы, стихов и воспоминаний народного поэта, которые могут дать представление как о его творчестве, так и о личности и судьбе в контексте жизни всей страны.